мне повод. Тревожная тишина нависла на помещении. У нас сегодня такой случилась экскурсия по окраинам Липецка. Мы живем на одной окраине, играем, видим, на другой, потому что мы ехали, наверное, не знаю, целый час ехали, и все по каким-то... Поэтому, чему учит жизненный опыт, что если ты родился на окраине провинциального города, то до конца жизни, как бы ни складывалась твоя жизнь, где-то внутри ты останешься все равно в этой стае. Thank you.
жить.